Номер 115 теперь верный помощник для жителей всего Брестского региона. Круглосуточно на связи с людьми команда диспетчеров контакт-центра областного управления ЖКХ. Они получают сообщение о неполадке, передают его в профильные службы, чтобы уже те в кратчайшие сроки приняли необходимое решение и устранили поломки. Заявки принимаются от всех жильцов, касающихся жилищно-коммунальных услуг, которые может решить предприятие жилищно-коммунального хозяйства. То есть предприятие Брестэнерго, Брестоблгаза пока еще не подключены к нам. Это перспективы отдаленные. То есть, есть номера 144, 104 и функционирующие, на которые они принимают свои заявки. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Непростой график, однако только так можно обеспечить комфортные условия быта людям. Всего за смену на телефон поступает более 1000 звонков с разными вопросами. От проблем с водоснабжением или отоплением до кровельных работ. Большинство, конечно же, по отоплению. Принимаем заявки по электрике. Нет лампочек в подъездах. Так что-то поменять, сантехнические работы. Сантехники, электрики. Пока в ведении специалистов контакт-центра все службы ЖКХ и организация «Брестлифт». Сейчас прорабатываются вопросы взаимодействия с другими профильными структурами. Адресную помощь днем людям оказывают 6 диспетчеров и 2 в ночное время. Штат планируют расширять. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».